Подходите. Давайте. Итак, у нас там большое количество мешков. Но была команда. Сейчас скажу. АКПП. Роботы. АКП роботы. Ну, видимо, правду касается роботы. Так, кто у вас главный? Проходите. Аккумулятор. Алексей. Фарид, давай. Фарид, вон, мне давай. Нет. Алексей, вас поздравляю с отличной работой. Вот, я вас хочу видеть и на следующий год. На рукой. Руку оставил. В личном составе. Вам вручаю приз. Вывихнул. Ура! Ура! Второе место тоже? Ага. Второе место у нас заняли мальчики. Кирилл и его команда. Да, ну Кирилл самого нету, на велосипеде катается, да? А где у него? Где мы ели подарки? Молодцы! Ура! У них вот мешки около контейнера лежат. А сзади мои же. А? Наши, сзади, а сзади ваши, да? Молодцы, молодцы! Наши забирайте! Третье место у нас заняла Ольга. Ольга. Поздравляем! Ура! Володя, и Володя. Володя, обязательно на следующий год мы вас ждем. Я думаю, что наш лес будет в том времени сопеть. Ну, а где у них мешки? Доставлять нам удовольствие. А это первый, второй лес. И у нас еще есть поощрительные два приза. Так, я, к сожалению, вот не знаю, как вас... Милёша. Да, Милёша. У меня очень много мешков, посмотрим. Милёша, мы считали. Ура! Ура! Вам приз. Так, и у нас еще есть одна. Так. Мы! Нет, вы не! Нет. Да. Так. Там у нас есть поощрительный один. А вон женщина стоит. Да, вот. Да. Она давайте мы выберем, кому мы этот приз вручим. Туда! Можно и по возрасту взять. Да. Да, мужчина, вы не обижайтесь, но я... О, выбрали! Я старалась! Мы в следующий раз еще лучше будем работать. Да, вот у нас есть три замечательных человека, которые откликнулись на сегодняшнее мероприятие, которые работали, конечно, не за приз, они работали от души. За удовольствие. Да. Ну, просто у нас только один есть поощрительный приз. Они правил соберутся чай пить не устроят. Я уже тогда его вручу. Женщине. А где у нее мешки? Мешки у нее где? Спасибо. Ура! Да я хотел вот вас всех заработать. В прошлом году мы собрали два таких бункера. Но в этом году мусора меньше. То есть все-таки то, что мы делаем, оно сказывается. Да. И просто люди меньше пачкают, потому что видят, что мы здесь мусор собираем. Может, меньше собирали? И смотрим за лесом. Поэтому я думаю, что наш лес Дубравна будет самый чистый, самый красивый, если на все будет приезжать. Да. С каждым словом, все меньше и меньше. Экологически чистый. Спасибо. Это мы мероприятие завершаем. Спасибо всем за участие. Если кого-то я не ответил, вот, пожалуйста, извините. Свидания, спасибо. Фотографии будут на сайте rotaryazan.ru. В следующем году. Через 2 недели.